А пока приветствую вас на канале AsmodeePlay. Играй, мы начинаем Tomb Raider, только не знаю, что как. Какая Tomb Raider? Вроде Tomb Raider. Tomb Raider же включил. Tomb Raider. Пойми. Ну ладно. Кальтука, Индия, 1996 год. Ну, такая вроде праздничная игра. Начало, по крайней мере. Что нужно сделать обычному мужчине, чтобы добиться от тебя подобного внимания? Если ты имеешь в виду внимание такого рода, Ларсон, то ты на правильном пути. Звучит забавно. Но сегодня я здесь только как посредник. Лара Крофт, познакомьтесь с Жаклин Натла из Natla Technologies. Добрый день, мисс Крофт. Мой исследовательский отдел волосы, недавно взялся за волосами. Изучение древних артефактов. И как мне сообщили, вы при наличии должного стимула можете для меня их достать. Боюсь, вас обманули. Для меня это просто забава. Именно поэтому я и обратилась к вам, мисс Крофт. В эту игру вы уже когда-то играли с вашим отцом. Вы оба потратили годы на поиски наследия Атлантиды. Вам оставалось лишь найти гробницу Куалапека. Вы нашли Вилкабамбу. Долго ли вам лететь до Перу? Опять Перу. У меня где-то были Tomb Raider. Почему ты Перу? Почему Перу? Вилкабамба ускользает от нас. Хоть бы Индия была, Думаю, Сибирь, не знаю. Идти до конца, вопреки неудачам, подрывает боевой дух. Думаю, этот Дженкинс толкает отряд к мятежу. Он отрицает мысль о том, что Атлантида могла быть колыбелью всех остальных цивилизаций. Мне кажется, только Лара... И полураздетая снега... ...неотравленная научными догмами, способна увидеть правду. Снега, холод, а она в шортиках, нахрен. Этот, блядь, в полярном во всем одет, а этот в шортиках. Простите, я взял короткую веревку. Не волнуйтесь, я найду другой путь. Так, ну давайте. Используйте так. Патроны, как я и думал, бесконечные. По крайней мере, вот в это. Где у меня крюк, нахуй? Так. Так. Ну пока вроде это. Так, это мы и так разобрали. Так. Понятно. Ну да, управление, блять, еще то. Горные пещеры. Так, сохранение игры после контрольной точки сохраняет данные только до этой точки. Ну я могу еще сам сохранить. Ну давайте-ка.
виду пока. Что ты будешь делать-то? Так. Раскачивайтесь кого-то, блядь. Ага, с управлением-то вот у нас проблемы, конечно. Ну давайте, ладно, будем разбираться. Я уверен, тут должна быть веселая такая музычка. Ох, чувствую, намучаюсь я с этой древней игрой. Вот она, вот, вот, вот. Всего-то пару клавиш занято. И в них разобраться не могу. Волки. По крайней мере, хоть промахивался иногда. Кубики, квадратики. За такой короткий срок тебя успели загрызть, что ли? Блять, вроде весь в обвесах был, хрен прогрызешь. Это потому, что у тебя не было таких шортиков. Контрольная точка за контрольной точкой. А тут вроде медведь должен быть. Вроде когда-то я не играл в нее, но, по-моему, до сюда вроде доходил. Если, конечно, это она. Тут больше по головоломкам, да? Опа! Как красиво это я сделал. Сам от себя не ожидал этого. Так. Игра линейная, скорее всего. Так, прицелившись во время чего-то там.
Блять. Надо подняться все-таки повыше. Блять, да не то я нажимаю, не то, не то. Да, сначала раскачаться. Так. Управление такое, мама, не горюй. Так. Подсказки-то мне ой как нужны. Что, так можно было помереть просто. Да мать его, да лучше разбился. Давай, гасите меня. Намучаюсь я с этим. Так. Управление желает оставлять лучшего, конечно. Но сама игрушка вроде как нормально. Пока что. Ничего предусудительного нету. Подожди, а я должен был сюда вообще, по идее? А где мне тут? Не понимаю.
Ага. Хорошо, что много контрольных точек, конечно, но тоже иногда выбешивает. Сейчас подзаправимся. Так. Собирать артефакты реликвии, чтобы открыть доступ к дополнительным чего-то там. Блять, обратно мне как? Охренеть. Жопа жопная у меня тут. После неудачного прыжка или падения Лара ухватится за выступ одной рукой. Быстро нажмите У, чтобы не упасть. Конечно. Только обратно-то мне не достать. Мало ли за какой колонны что может таиться. Вот смотрите, аптечка. Давайте сохраним. Блин, навряд ли, конечно, кто в такую игру играть будет, но мало ли вдруг будут. Ты молодец. Нам же тут повыпендриваться надо.
тут. Вот где? Пока же вроде удачно все складывается, все хорошо. Да стой ты. А, там второй был, который я не заметил. Ладно. Открыл. Бежи. О, прошел. Убито врагов 2, артефакты 1. Да, вот сюда перезапишу. Мне бы лучше сейчас погибнуть. Вот так. Стойте.
Ага, на то он не запрыгивает, видите? Идем. Так. Нет, это не кнопка, и это не кнопка, да? Тихо. Контрольная точка. Вот так. Ну, давайте разбираться, как эта штука действует. Так, здесь я не запрыгну, это факт. Здесь я не залезу, это тоже ясно. Это не легкий путь мне предстоит, я как-то так понимаю. Понятненько. Итак, блин, замаскировались тут.
Контрольная точка. Да мать его. Вау, найдены патроны для дробовика. А у меня где-то дробовик есть. Найден ключ от города. Так. Аж самому теперь интересно стало. Куда мне этот ящик куда-то надо толкать, чтобы на него потом залезть? Так. Ну, как видите, да. Это не так. Так, сохраним. Ни хрена, куда ты попал? Давай. Ага. А, так у меня выбора нет, ну действительно.
смотрим, что у нас тут есть. Два входа. Так, а у меня где-то там что-то еще обломилось. Подождите. Сейчас только вспомню. Вот только сейчас вспомню. Я же по какому-то мостику бежал, он наполовину обломился у меня. Это здесь было? Так. Лезем выше. Так. Ладно, смотрим, что там. Давай, 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 давай. Ладно. Понятно. Вот теперь можно и бежать. Куда ты меня приведешь, тропинка?
Так. И здесь, видимо, такая же система. В зеркальном отражении. Сюда. И вот они мы. Открыто. Да мать его. Давай. Куда ты бежишь? Это мне? Да. Прекрасно, спасибо большое. Там, может быть, и аптечки были, но... Да, давай, 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 залазь. Кто тут еще, где что есть? Волки.
Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.